Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и я рад приветствовать вас в этом соло-прохождении на самом сложном уровне. В игре, которую только можно придумать. Да, что-то я залип на раса, что он тут стоит, думает. И сегодня 27-й день игры уже заканчивается. Давай-ка на раз с тобой улучшим твое жилище, твой быт немножечко. А ну-ка, как-нибудь вот так вот мы можем это сделать? Да, мы можем немножко вот так вот раз улучшить. Вот так вот улучшим. К сожалению, дальше нельзя. Но мы можем... А мы этим и ограничимся, я думаю, да. Сколько тут? 6 плиток? Да нормально. Нормально, вполне себе. Получается, спальня у нас будет... Ой, а у нас внушительная спальня получается. Ну иди, строй. Я пока размечу ее вот так. Блин, неудобно. Неудобно на раз строить здесь. Раз, вот так вот. Раз, раз, и ты на раз получается. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть на шесть спальня у нас получится. А можем ли мы... Ой. Копировать. У нас будет с вами... А, коридор. А, нет, 6 на 5 спальня будет. Вот это уже будет часть коридора. Можем ли мы с вами? Не можем. Здесь коридор у нас и кончится, к сожалению. Угу. Ну, сделаем крафтовую комнату где-нибудь вот тут. Я-то думал, мы сможем прям, ух, как застроиться. Ну и ладно, ничего страшного. Ты где спать-то лег? Относительно недалеко. Зато хоть не под дождем, он у нас уже спит. Так, на раз проснулся. Естественно, его сон просто лежание я вырезал. И пока он дрых, я подумал, что... Так, ты что, кушать сел? Что ты делаешь сейчас? Давай, перекуси. А я пока отмечу вот это вот все фундаменты эти. А, и сделаем так, чтобы ты их не строил сейчас. Почему? Потому что убивать... весь будний день на стройку нелогично. Я попрошу тебя изучить ткань. Где-нибудь, где ближайшая. Пойдем найдем. Вот. Наблюдать. Я схожу с ума. Я могу сорваться в любой момент. Да кому ты рассказываешь? У тебя основная черта характера, которая не позволит тебе этого сделать. Счастье-то 11%. Да, беда. А что по интеллекту? Интеллект один. Так мало. Блин, было бы классно взять жителя, у которого, выжившего, у которого в интеллекте заинтересован, который, да. Или хотя бы в ремесле. То он в лечении заинтересован, в бою не заинтересован, вообще не способен вести бой. Получается, что нам нужно избегать столкновений. Бой ему не нужен, и лечиться ему незачем, получается. А, ну разве что от пневмонии. Кстати, что у тебя по здоровью? Ну-ка. А, у тебя астма до сих пор. Неизлечимое хроническое заболевание? Что-то я про тебя такого не читал. Возможно, она стала хроническим заболеванием, да? Я этот моментик проморгал и... Влажный сезон у нас сейчас идет. И у хлопка кончился цикл, видимо, почти у всего, что здесь есть. Так, а как мы можем... Нам нужно-то накрывать буквально сколько? 10 единичек. Давай, может быть, ты сейчас доучишь, вот, донаблюдаешь это растение. И сходим с тобой. Похоже, короче, вот сюда куда-то. Да. Плюс ты еще неудачу можешь потерпеть пару раз. Потому что земледелие у тебя не прокачано. Так, открытие, тканецвет. Иди, собирай урожай. Надеюсь, хотя бы 10 единичек у тебя получится взять, а мы пока с ребятками прочитаем. Это растение цветет красивыми крупными цветами, которые претерпевают замечательные метаморфозы, образуя волокнистые белые шарики.
Я считаю, что они очень похожи на хлопок и могут быть использованы при производстве ткани, так что тканецвет кажется подходящим названием. Сбор урожая ткань и посадка тканецвета. Замечательно. Давай собирай урожай, посмотрим, сколько раз ты потерпишь неудачу. У тебя очень мало попыток. Уже 10 тканей есть. Ну, нет доступного хранилища. Да ладно, блин. Ой, а... Ё-моё. Подождите, так ничего страшного, что нет доступного хранилища. Ты можешь взять сразу ткань на кровать. Да, вот так вот я тебя перехитрил. А кровать-то можно и переместить, и поставить в удобное место. Началась гроза. Нет, не надо, сейчас его опять шандарахнет. Мы только недавно оклемались от травмы после грозы. Заходи быстрее в дом на раз. 29-й день. Скоро 30-й. В теории скоро кто-то придет уже. Так, ткань отнес. Дерево отнес. Ну и ложись спать сразу на кровать. Зачем тебе лежак твой? Отлично. Правда, минус 5. Но ты, по крайней мере, спал в удобной кровати. Хотя бы сколько-то часов. Да, отдых побыстрее пополняется. Уже хорошо. Что у тебя со здоровьем? Ничего, по-прежнему астма. И легкая гипотермия пошла опять. Да. Это, конечно, не есть гуд. Слушай, ты вот сейчас что ждешь? Ой, гипотермия пропала, только что ж было оповещение. Ну ладно. Сытость на нуле, агрессивные животные, 16 тараканов. Тю, это вообще ничего по сравнению с тем, что я ожидал. Хорош жрать чайные деревья, вы чё? А, вы только плоды съели. Ну хорошо. Значит, плоды точно что-то годное нам готовят. Управляешь камином? Ну давай, заправляй его. И собери сразу здесь ветки. Нет, это может плохо кончиться. Давай, короче. Да блин, на ОБС-ку опять перевелся. Сноси потихоньку вот эти все конструкции, грунтовый пол и так далее. И вот это тоже. Блин, и вот это тоже. Сноси. Вот, теперь вроде точно не пройдут. И давай мы тебе выделяем вот это все. Конструкции пола. Строй, продолжай. Так, тараканы начинают свое нападение. Но нам это не страшно. У нас есть ресурсы, чтобы это все пережить. Поэтому можете и дальше пытаться до меня добраться. У меня все хорошо, я строю пол. Для Нараса день закончен. Он решил поспать. Ну и пока он спит, в принципе, ничего интересного не произойдет же, правильно? Я этот момент скипнул. Проснулся, погулял. Че, они уходят потихоньку или че? А, нет. Оповещение странно работает. Так, Нарас. Ты поел? Нет, не поел. Давай, строй каменный пол. Так, отлично. Теперь, что мы с тобой сделаем? Мы попросим тебя вежливо возвести вот тут вот стены. То есть на 5 вполне себе большая спальня. Нужна ли нам настолько большая спальня? Да почему бы и нет, да? Давай сноси. Ой, то есть сноси. Сначала строй вот эти каменные, потом сноси соломенные. И в час дня ты решил перекусить. Ну, неплохо, неплохо. Ой, животных все меньше, они начинают уходить. Это хорошо. Следующий вот промежуток между нападениями мы уже сможем начать строить, ой, изучать еду. Я думаю, это будут грибы. Поэтому достраивай сейчас все это дело.
Как раз уже будет вечер, ложись спать и пойдем исследовать пищу. Забавно выглядит, да? Двухслойная эта история. Возможно, мне скоро понадобится новая одежда. Блин, да, ты прав. Ты прав на 200% на раз. Тебе еще предстоит долгое изучение, а потом долгий и долгий крафт. Теперь смотри, что нужно сделать. Нужно вот эту стену убрать. Не успеешь уже до следующего дня. Давай, управляй камином, потом закрывай окно и ложись спать. А ты куда пошел-то? Ай, нужно порядок навести, конечно, дома. Иди спи. Проснулся, покушал. Я ему тут фундаменты разметил. Давай, строй грунтовый пол и пойдем скорее с тобой. А, ты гуляешь. Извини, что не дал тебе расслабиться. Приятная прогулка, плюс 9. Давай, строй пол, костром поуправляешь чуть позже. Кстати, было бы неплохо, если бы ты его потушил все-таки. Он тут горит просто так. Ты же уже здесь не спишь. Кстати, да, ты же здесь уже не спишь. Снеси его нафиг. Нараз бездействует? Че это он бездействует? Ой, а грибы-то как далеко. А мы до них успеем дойти или нет? А что тут дохлый таракан делает? Непонятно. Так. Не получится у тебя. Нужно сначала собрать урожай, да? Иди сначала еды себе собери немножко. Потом мы прогуляемся с тобой до грибов. Их тоже изучим. Ура! Земледелие на 1. Наконец-то. Еще меньше неудач теперь должно быть. Насколько быстро оно у тебя прокачивается? Ну так себе. Все, хорош. Перетаскивай сладкий сироп домой. А эти приказы я отменю. И хватит. 120 сироп ты можешь переносить. Ничего себе. А, ну да, все правильно я посчитал. 120. Итого 140 еды. Сейчас 17 часов. А у тебя по параметрам здесь что? Да, у тебя по параметрам здесь вообще не айс. Ну, сноси вот эту вот историю. Носи укрытие из палок. Далее. А здесь мы даже не будем ничего делать. Давай сноси вот эти стены. Жалко, не успел сходить исследовать грибы. Так, далее. Да, ты должен успеть, дружище, ты должен. Смотри, вот эти вот крыши. А как выделить крышу? Вот. Крыша из сена. Сноси ее. Потом все перенесешь. Нужно сначала снести. Что, ты все перенес, что ли? Да. Теперь смотри. Раз, два, три. И дверь. А, стены из палок сносишь. Дверь тоже сносишь. Снести. 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 И это тоже снести. Теперь смотри, что делаем. Теперь мы выбираем стена каменная. Вот так вот устанавливаем это все. Берем здесь в зданиях деревянную дверь. Разворачиваем ее. Потом берем крышу. Ой, а мы и деревянную можем сделать. Ради красоты, да? Не можем, нам не хватает. Ну, каменную тогда. 90 единиц камня. И строй сразу каменные крыши, потом ляжешь спать. Надеюсь, ты успеешь. Нифига себе ты сразу камня взял. А нам вообще хватит? Нам не хватит камня. Нам нужен камень еще 15 штук. Серьезно? Что-то я погорячился, да? Ну, достроишь крышу. Крышу в первую очередь, короче, на раз.
она хотя бы от дождя защищает. Стены-то мы с тобой уж возведем как-нибудь. В крайнем случае сделаем эти... не деревянные, а из палок крыши. Нет, подожди, ну построй. Вот еще крышу построй. Все, теперь 2 часа ночи. Крыша над головой готова, иди теперь спать. На улице, получается. Просто под крышей, но не внутри. Ну, сейчас я тебе спальню сделаю комфортную, не переживай. Но мне для этого придется тебя очень далеко отправить на раз. И, скорее всего, это будет вот эти 40 камня. Ай, ты кушаешь же с утра, ну да. Приятного аппетита. Иди, добывай, если ты доел. Потом достроишь. Нам как раз не хватает 20 единиц, там 40. Плюс нам еще нужно сделать с Нарасом напольное покрытие. А какое бы нам его сделать? Мы из сена и палок-то не можем. Иди еще вот это добудь. Сразу. Может быть, ты сможешь унести. Да, что-то не клеится изучение грибов-то. Все стройка, достройка, стройка, достройка. Сколько ты можешь за раз камней унести? Ну-ка скажи мне. А что, эти 40 камней тебе вообще ни о чем не говорят? 70 ты можешь унести. Давайте их просто поближе к дому отнесем. Эти кусочки камня. Сейчас час дня, он все равно сейчас спать увалится. Отдыха слишком мало. И дождь начался. Короче, под крышу с тобой идем. На раз. Ну и пускай тогда до утра уж спит. Восстанавливает как раз перед исследованиями твой отдых и расслабление. Сейчас он еще сядет, покушает, короче. И увидимся уже утром с ним. Как обычно, на раз погулял после сна. Что пошел делать? Просто постоять, повтыкать, поотдыхать. Иди перекуси. И мы с тобой отправимся исследовать грибы. Нам нужно поставить... А, не надо нам даже кухонную плиту ставить. У нас камин есть. Только одно условие. На раз, подожди. Нам нужно здесь что-то вроде склада сразу воткнуть. Хочешь камином поуправлять? Серьезно? Да ладно, потом включишь, что ты? Все, не строй стены, смотри, куда идем. К сожалению, не к зерну, да? Зерна тут нету, ну и ладно. Вот ближайший гриб, наблюдай. Да, далеко. Обычная простуда. В последнее время я чувствую себя немного нехорошо. Наверное, это просто простуда, ничего не поделаешь. Но надеюсь, что не перерастет во что-то неприятное. Да, как я тебя понимаю, все будет хорошо. Постараюсь придумать тебе лекарство из антибиотиков. Но видишь ли, тут совсем не растет травы. Высокое лиственное растение? Это не она ли случайно? А вот туда я уже не могу ходить. Зато могу сюда. Слушай, это ж кукуруза. Реально, с нее можно бобы получить. Давай забей на грибы, смотри, тут что есть. Кукуруза. С нее, конечно, меньше, чем с, ну, так называемого пшена. Или, ну, как-то зерновое растение тут есть. Визуально на пшено похожее. Но, к сожалению, рядышком нигде это все дело не растет здесь. И мы с Нарасом будем довольствоваться тем, что есть. Хотя бы зерна с кукурузы повыковыриваем. Блин, я вот все-таки в надежде, знаете, что я невнимательно посмотрел. И я вот сейчас такой хожу здесь по карте и такой, оп, а вот и оно. Но нет, блин. К сожалению, нет. Травы здесь зерновой нет. Но нас и большое поле кукурузы это устроит вполне. Давайте исследуем опять подсказка. Да я понимаю.
Но я пока не могу. Я зерно не произвожу, у меня нет топлива. Жаль, конечно, что мы сейчас урожай с этой кукурузы не сможем собрать. Нарас улучшает интеллект до 2 и зерновой початок. Отлично, собрать урожай. Ты можешь собрать с него урожай прямо сейчас? Это он спелый типа? Ну-ка, открытие зерновой початок. Хорошее открытие. Семена высокого листового растения собраны в початок и кажутся съедобными. Поэтому я назову его зерновой початок. Он будет полезен во многих отношениях: приготовить, отжать масло, перегнать сладкий сироп или самогон. Даже использовать в производстве антибиотиков. Такая простая вещь, но такая важная для выживания. Наконец-то. Отлично. Собирай урожай. И по 10 зерна. То есть у нас в теории на антибиотики нам сейчас не хватит, но мы сможем приготовить какое-то блюдо. И он еще неудачу ни разу не... Ни разу еще неудачно урожай не собрал. Что, несомненно, хорошо. 60 единиц есть. Это 6 порций, если я не ошибаюсь. Иди домой, уже 5 часов утра. Ты должен был проснуться, а ты только спать ложишься. Сбили мы тебе режим, сбили. Но зато не ходил туда-сюда миллион тысяч раз. Не гонял вот это расстояние впустую. Ой, да ладно, в этой ячейке зерно тоже можно хранить. А я думал, только в этой можно. Ну, в отдельной. И отдых 1%. Мы успели. Он не упал без сил. Слушай, а ты прям до обеда хочешь поспать или как тебе? А, давай где-то в час проснешься. Покушаешь? Да, и до вечера дотянем чисто на возведение вот этих вот конструкций, перетаскивание всего. Съешь сладкий сироп. Сейчас я тебе в фильтрах уберу зерно, чтобы ты сырым его не грыз. Приятного аппетита. Что мы можем, кстати, в камине, по-моему, только быстрые рецепты. Это зерновая каша, овощной и мясной суп, ну и разогретый паёк. Ну, ладно. Тройка повышается до 4 с возведением этой комнаты. Вот так вот это все выглядит. Полноценная спальня у нас теперь есть на одного человека. Теперь, значит, смотри, я вот сейчас вот так вот выделяю, выбираю здесь стена из палок и нажимаю снести. А ты берешь вот так вот и сносишь их все до единой. И можем ли мы... Блин, нам же этот вот фундамент надо перестроить, а у нас тут дверь стоит. Нифига ты. Прям сейчас спать валился. Так у тебя 12%. Нормально. До вечера-то дотянем, чё ты? Так, сколько у нас есть камня? 59 единиц. Можем ли мы сделать здесь деревянный паркет? Деревянный паркет вряд ли можем. А, соответственно, и каменное напольное покрытие тоже нет, нам не хватает. Нужно 90. Ну тогда подождем. Ладно, давай пока переместим кроватку вот сюда. А, нет, сначала переместим камин. Пускай он вот так вот стоит вот здесь. Ты хочешь им поуправлять? Так может, ты его переместишь? Молодец. И рядышком с ним поставь кроватку. Да, вот так хорошо. Отлично. Теперь заходим в меню зданий, окно. И пускай здесь будет деревянное окошко для эстетики у нас. В центре комнаты прям получается, да? Все, 21 час, тебе пора спать. Не забудь его закрыть, хотя снаружи довольно тепло. И теперь у нас просторная спальня, в которой тепло наконец-то. Правда, нет напольного покрытия, но пол в основном грязь. Стены каменные, крыша каменная. Ну да. Что имеем, то имеем пока что. У Нараса пневмония. Он проснулся, перекусил. Теперь ему нужны антибиотики.
Блин, на раз, слушай, давай попробуем с тобой высадить поле зерновых початков, которые дают 10 зерна в итоге. Ой, а я почему-то думал, что здесь хорошая почва, но хорошая почва здесь. Ну, я не знаю. Нам же не критично вот это все эстетика. Давай хотя бы вот так вот. Да, тебе хватит и на еду надолго. Что, ты прогулку не закончил еще? Это странно, как сегодня сначала поел, потом погулял. Обычно наоборот. Расслабление под соточку. Ну, отдыха минимум, конечно, ну, то имеем. А сколько растет зерновой початок? Время созревания 9 дней. Да нормально, в принципе, пока что. И у нас почти прокачалось земледелие. 1395 из 400. Блин, на раз. Одной буквально, да, единички тебе не хватило. Давай я увеличу поле совсем на чуть-чуть. Возможно, вот на столечко. И ты его высадишь. И... Да, есть теперь земледелие на втором уровне. Отправляйся кушать. Приятного тебе аппетита. Я вот пока он сажал, что-то размышлял тут на тему того, уместно ли... Ой, а ты за камнем успеешь, да, сегодня еще сходить? Уместно ли перетаскивать вот это все внутрь туда, в спальню? И подумал, что, наверное, неуместно. Неуместно, потому что тогда, мне кажется, у комнаты пропадет статус спальня просторная. И это станет складом. Тогда он вообще будет несчастен. Сейчас у него и еды ему недостаточно, развлечений мало, уставший, темно здесь. Ну, короче, слишком много негатива. Ой, это кто тут? Это вы такие звуки издаете? Ничего себе. Принес камушек и пошел спать в два ночи. Ну ладно. Хороших тебе 3 часа сна на раз. И, наверное, я попрошу его принести еще камушка побольше. Поэтому, дружище, пойдем вот сюда. Добывай. Много камня не бывает, тем более, что... Нам вот этот вот фундамент и вот эти нужно либо заменить, либо постелить напольное покрытие. Да, напольное покрытие здесь постелим. И, наверное, еще одну комнату сделаем. Вот здесь вот слева получается. Там у нас будет склад-мастерская. Или напротив, кстати, почему бы и нет. А ну-ка, можем ли мы... Стой! Ты вот сколько камня переносишь? 40? Вот ты, зараза, не проконтролировал я тебя. Иди, блин, в баню. Возвращайся обратно. Добывай кусок камня и вот этот вот тоже. Сначала рубишь, потом носишь. Наверное, мой косяк в этом тоже есть. Нужно сначала поставить сбор ресурсов. Нет, сначала добычу и сбор урожая, да? А потом, чтобы он переносил. Нет, он все равно толстолобит. Ну вот теперь эти 60 переноси. Блин, какой ты странный временами, а? Так, зерно есть, сироп у нас сладкий есть. Сейчас еще посадим. А чего? Кого? Чего? 8 скорпионов? 8 скорпионов? Да вы че, угораете, что ли? Блин. Так. Ну. Так, давай подбирай камень. Вот этот вот, неси его на склад. А я сейчас подумаю. Что ты вообще сможешь сделать-то? Давай. Давай. Что?
Блин, они вот достреливают, не достреливают до сюда. 90 плиток ты здесь можешь разместить, и у нас будет типа спальня. Но в спальне каменный пол такое себе. С другой стороны, другого ресурса у нас пока что нет сейчас. Так. В общем, смотри, что ты делаешь. Ты сейчас строишь здесь... Сколько у нас ресурсов? Раз, два, три, четыре. Ты вот здесь вот сейчас возводишь четыре клада. Вот прям здесь вот. Иди, иди, иди. Даже, наверное, черт с ним. Пускай 5 их пока что будет. Так, вот это все ты опустошаешь и сносишь. Камень, солому. Ага, да. А, далее, вот здесь вот можно будет верстак сделать, да, какой-нибудь. Хранилище, стеллажи, деревянный. Пока что вот так вот мы можем сделать для всего прям склад тут. Давай, строй деревянный стеллаж быстро. Стой, не надо! Отмена. У меня всего 35 единиц дерева. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тогда хранилище, деревянный стеллаж и... допустим, еда будет здесь храниться. 6 дерева, короче, могу себе позволить. Даже, наверное... Да. 4 дерева могу себе позволить строить деревянный стеллаж. Так, и на этом стеллаже будет лежать... Пока что только сырая пища и приготовленные блюда. Далее, ты берешь вот этот стол, переносишь его сюда. Вот этот стул ты переносишь сюда. Занимайся этим прямо сейчас. Не надо управлять камином. Перестраивай давай столы. И вот эти все ресурсы тоже. Я тебе сейчас... во вкладке расписания вот так вот немножко сделаю. Чтобы ты сначала... Не надо идти спать. На раз. Послушай меня. Вставай. Какая странная у него анимация. Иди перетаскивай ресурсы. Блин, у тебя 8% отдыха. А, подожди, я же забыл. Снести склад. Ой, пол, давай быстрей, мужик. Они сейчас, они уже на подходе. Давай быстрей, шуруй. Еще и отдых 8%. Я забыл про пол совсем. Вообще нехорошо. Они могут успеть начать в него стрелять. Стоп, а вы кого там месите? Вот это фартануло. Блин, вы опять на МДМ спозарились? Хорошая защита у меня, а? Этот пол тоже сноси. Подожди, мужик. Если ты сейчас упадешь без сознания, они тебя загрызут нафиг. Сноси грунтовый пол. И этот тоже сноси. А потом иди спи. Эй, может быть еще отнесешь сено чуть-чуть? Вот так вот перетащить сено. Ты же и отсюда в теории возьмешь, да? Да. Какой ты молодец. Чтобы хоть сено было. Ух. Все, теперь иди спи. Теперь я вроде как бы спокоен за то, что они не доберутся до тебя. Хотя что-то я не уверен. Какие вы стрёмные, а? А ну давай, куда ты пойдешь? Что-то глубоко, остановись. Хватит трогать мою еду.
Короче, вы будете атаковать дальним боем. Сейчас я без жрачки останусь совсем. Она еще и отравлена, да? Все, минус еда. А ветки у меня... Это солома. Солому я чуть-чуть отнес. Могу лишиться веток и камня, да? Если до камня достанут. Ну, по крайней мере... Блин, там еще два подходят. Короче... Что они уничтожают? Камень уничтожили. Фундаменты уничтожили. Ага. Ох, вот это вы далеко стреляете. А у меня не хватит. Вы меня просто заблокируете сейчас? Или все, не заблокируете? Ну, по крайней мере, теперь я точно знаю, на какой дистанции они меня не достают, и спокойно могу спать в своей комнатке. А ты чё, стол так и не успел перенести? Ну, поздравляю. Етить, колотить. Перетаскивай древесину, что тебе сказать, жрать все равно нечего. Нормально, блин. А куда ты ее перенес? Вот это вообще не надо ремонтировать. Вот это тем более тоже. Так что ты бы взял и просто сейчас перетащил бы. Блин, мой первый урожай сена, а? Ой, сена, говорю, зерна. А что ты сносишь склады? Зачем? Ты просто раскидай это все. Да, да, вот, по складам распихай. Молодец. Нет, сена у меня хватит, чтобы выбраться. У меня даже хватит дерева вот здесь. Вот сейчас я вот этот вот столик удалю. И в качестве мебели поставлю вот такой вот столик. И в качестве науки вот здесь вот как-нибудь мы сейчас с вами... Ага, здесь не получится. Здесь тоже не получится. Зато вот здесь получится. Давай, строй научный стол. А также можно и верстак построить, между прочим, чтобы сделать бинты, да? Которые нам пока что не нужны. Но, в принципе, умещаемся. 10 дерева на верстак. Да хватает, чё, строй. Этот камень можешь сносить, кстати, он не понадобится тебе. Лучше сделай себе... Человеческий деревянный стульчик. Мебель. Стул деревянный. Вот так поставь. Да, напольное покрытие из камня далеко ушло. Вы до меня не достаете, уже хорошо. Жрать мне нечего, сытость на нуле. Обалдеть. Короче, исследование, обработка металла, я не знаю, громоотводы, обработка металла, портняжное дело. Даже, наверное, наоборот, громоотводы, потом портняжное дело. Хотя и без одежды мы сможем здесь потусить, изучить возле камина, да? Тепло нам будет. Давай лучше производство антибиотиков. А потом уже портняжное дело. Ну и изучай, что ли. Я пока вот здесь вот все это отменю. И как нам с вами теперь жить, если у нас... Если эти негодяи достреливают у нас аж до сих пор. Мы же не сможем вот на этом уровне расположить турели. Давайте глянем, что вообще из этого получится. Вот этот грунтовый пол мы удаляем. Вот этот тоже. Этот тоже. Он нам не нужен. Блин, вот сейчас смотрю и думаю, что... Может быть, так получится, что и... Мы не выберемся отсюда. Вот, три уже ушло. Ну и до свидульки. Так. Выбраться мы можем же отсюда? Мы можем просто продолжить. Все, они ушли. Они ушли. Хорошо. Вот это тоже удалим. Вот это скопируем. И вот... А, 72. Нормально. Нормально. Но вопрос-то в другом. В
но о том, о чем мы будем думать в следующей серии, мы не можем строиться в бок. Мы можем максимум вот так. А, ну вот, у нас комната уже есть, считаете, да? Небольшая, но есть же. Так, здесь не очень, не здесь не очень. Блин. Так, ну как минимум вот... Короче, небольшое пространство у нас. Оно есть. Мы можем даже освободить... Ну, построить здесь коридорчик. Небольшой. Сделать здесь складскую зону. И будем здесь как-то выживать. Тем самым... Кстати, комната все равно просторной спальней осталась. В принципе, неплохо. И вы знаете, наверное, на этом я сегодняшнюю серию, пожалуй, закончу. Вот. Я и не надеялся, что мы проживем 37 дней. И эти, блин, еще, как их, шипохвостые. Вот он, один из них. Шипохвостые насекомые. Я думал, они сейчас размотают меня. Теперь мне нужно, считайте, что заново копить базовые ресурсы. Ну и ладно, это не самое страшное. Большое спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующих сериях. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра.